Казань. С рабочим визитом прибыли секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и полпред президента в ПФО Михаил Бабич. Сегодня они проведут совещание с главами регионов по вопросам противодействия терроризму и незаконной миграции. В Набережных Челнах изъято более 7 тысяч яиц торговой марки «Деревенька» Лаишевского района. Об этом сообщают челнинские «Известия». Всю зараженную продукцию планируется уничтожить централизованно в Лаишевском районе. На перевод поселка Урусу на индивидуальное отопление потратят 156 миллионов рублей. В связи с остановкой Урусинской ГРЭС выросло потребление холодной воды. Сейчас требуется заменить существующие магистральные сети водоснабжения.